Друзья, всем доброго времени суток, и в данном видеоролике давайте разберем еще одно интересное ICO, по крайней мере начнем это делать. Это проект Linked Vault, и давайте вникать в его суть. Так вот, здесь в Linked Vault их основным принципом является преодоление так называемого доверительного барьера в цифровых идентификаторах, также данных и документах с помощью их платформы разработки приложений на основе, естественно, технологии блокчейн. Ну почему я говорю естественно? Дело все в том, что сейчас у нас, в общем-то, все криптопроекты сделаны на блокчейне. Также можно отметить, что есть несколько есть плюсов, то есть то, что есть решение, готовое к развертыванию, есть мобильные приложения для iOS и Android, и также это, в общем-то, технология реального времени, можно сказать. Далее, более 300 организаций, которые находятся на борту, более 50 тысяч пользователей на данной платформе и также подтвержденные партнеры по внедрению в нескольких отраслевых вертикалях. Следующее, что я бы отметил, это сотрудничество с разными крупными партнерами, здесь они как раз таки перечислены. Ну, далее как раз таки, опять-таки, партнеры в разных сферах, допустим, здравоохранения, допустим, индустрия гостеприимства, ну и так далее. Далее, допустим, образование, тоже здесь данная сфера. Далее школы у нас идут, а далее у нас идут промышленности различные. Ну и в конце это, собственно, 5 патентных заявок, то есть это настраиваемые QR-коды, также многофункциональные цифровые карты, также это проверенные каналы связи на основе блокчейн, безопасные транзакции и также регистрация на основе блокчейн. Также добавлю, что данный проект – это решение реальных проблем в текущей цифровой эре. То есть Linked Vault является безопасной платформой. Ну, естественно, что безопасность достигается, опять-таки, благодаря технологии блокчейн, которая дает массу преимуществ. В частности, кроме безопасности, еще и, допустим, прозрачность, ясность, честность и так далее. И также это платформа для отдельных лиц и учреждений, которые владеют, контролируют и обмениваются конфиденциальной идентификацией, также данными и документами с цифровой идентификацией. То есть можно сказать так, что Linked Vault решает важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются отдельные лица и организации во всем мире. Причем не просто во всем мире, а именно в цифровом мире. То есть прежде всего это отсутствие гарантированной надежной, в общем-то, идентификации каждого отдельного лица, обычного юридического лица, и соответственно, зачем нужна идентификация, чтобы, проще говоря, подтвердить вашу личность и доказать, соответственно, достоверность данных. Вот как раз таки следующий пункт про достоверность данных, что нет общей предпосылки для достоверности данных в различных случаях использования. То есть, по сути, не всегда можно доказать свою личность, да, доказать свои данные и, соответственно, в общем-то, можно просто потерять свои как раз таки личные данные, потерять в результате свои средства, потерять деньги. Также есть неэффективность и увеличение расходов из-за того, что есть посредники, которые участвуют в различных процессах. И также есть то, что сейчас мы имеем неспособность обеспечить доступ ко многим видам услуг через цифровые платформы из-за ненадежного характера цифровой идентификации, связанных с ней. Также еще вот здесь мы видим схему взаимодействия Linked Vault, то есть здесь мы видим, что есть различные составляющие, допустим, ID-логин, также подтверждение идентификации, также, в общем-то, ваш личный профиль, также QR-код, про который ранее говорил. Ну, естественно, что все это сделано на блокчейне, и данная система, безусловно, она вся работает вместе и полноценно. Ну что ж, да, есть вот описание экосистемы данного проекта, но я думаю, что это отдельная тема, которую стоит уже вынести на следующий видеоролик. Именно данную, в общем-то, тему мы будем разбирать с вами в ближайшем видео. Ну что ж, на этом пока с вами прощаюсь, тогда всех благодарю за просмотр и всем счастливо.